Говорили об информационной открытости органов государственной власти. В связи с этим такой вопрос, что вот наш губернатор, в частности, вот по различным рейтингам, он оказывается, скажем так, не на самых высоких позициях в этом плане. И заседание правительства у нас часто происходит в таком режиме, что мы, журналисты, можем присутствовать только на протокольной съемке, а потом удаляемся в другую комнату и как бы не наблюдаем напрямую за происходящим. Вот как вы считаете, ну как бы насколько это оправдано и насколько органы государственной власти региональные должны быть открыты? Ну, это зависит от сути обсуждаемых вопросов. Если там нету какой-то конфиденциальной информации, которая обсуждается, то я за максимальную открытость, потому что это позволяет избежать разных слухов и кривотолков, которые все равно возникают в обществе. А так есть возможность и присутствовать при проведении самого мероприятия, и узнать у первоисточников о том, какова их позиция. Это гораздо лучше, чем пытаться потом питаться комментариями второго уровня. Да, и вот в частности говоря о губернаторе, количество пресс-подходов у нас, скажем так, катастрофически мало, вот, и в связи с этим хотел спросить, вот нам, журналистам, может быть, как-то, не знаю, стоит критиковать, подталкивать власть к большей открытости, к большему общению с нами, или такая позиция государственной власти, она нормальная, и как бы нам не следует вмешиваться в политику? Ну, каждый человек, конечно, индивидуален, и у наших коллег в регионах разный уровень готовности к такому постоянному общению со средствами массовой информации, но и по их должностным обязанностям, и по принципиальные позиции руководства страны, они, конечно, должны это делать. По крайней мере, всегда, когда у журналистов возникают вопросы, должны быть даны содержательные и исчерпывающие ответы. Понятно. Спасибо большое.